Всем доброго времени суток. Всех рада приветствовать на своем канале. Меня зовут Луна, и сегодня мы поговорим про лунный камень. Лунный камень принадлежит группе полевых шпатов, а свое название он получил благодаря своим раскраскам. Если говорить о его твердости, то по шкале Маоса из максимальных 10 у него 6-6,5 баллов. Это говорит о том, что этот минерал хрупкий и чувствительный к ударам. Конечно, нас больше всего будет интересовать именно магические свойства, физические свойства этого минерала, любые свойства, с помощью которых мы можем взаимодействовать и общаться с этим минералом. Все, что я буду рассказывать в этих видео, это будет лично мои наблюдения, лично моя практика, проверенная и рабочая. Хочу сказать, что не зря он называется лунным. Луна у нас отвечает за психоэмоциональное состояние человека, и этот минерал лучше всего работает именно с психоэмоциональным состоянием, ну, практически каждого человека. Есть очень много страшилок, которые написаны в интернете. Кому-то нельзя, кому-то можно. Я расскажу то, что лично я увидела, и то, что лично я заметила. Ну и, грубо говоря, то, что как он работает на мне и со мной, и с теми людьми, кому я его рекомендовала. Я могу сказать, что, в принципе, если одним словом этот минерал можно назвать, лунный камень помогает контролировать эмоции человека, помогает контролировать психоэмоциональное состояние. Кроме всего остального, он хорошо выводит человека из тяжелых психологических травм. Он будет смягчать ситуацию. Как это происходит? У человека становится мягче характер. Человек становится более чувствительным и нежным. Отсюда ситуация, которая происходит, либо уже была, не будет такой ранимой для человека. И, грубо говоря, эта ситуация потом уйдет на второй план, и человек просто о ней либо забудет, либо посмотрит на нее совершенно с другой точки зрения и осознает, что так должно было быть. Кроме всего остального, этот минерал помогает контролировать вспышки агрессии. Этот минерал помогает контролировать вспышки панических атак. Если вы не можете уснуть из-за каких-то стрессовых ситуаций, параноидальных мыслей, из-за какого-то важного, очень сложного события, которое у вас будет завтра, этот минерал точно так же вам поможет не концентрироваться на этом, забыть, успокоить вас и поможет вам уснуть. То есть этот минерал хорош от бессонницы, но опять же только в тех ситуациях, когда это касается психоэмоционального нашего состояния. Бывают такие ситуации, наверное, во многих семьях, когда ссоры, ну вот прям вот такие вот глобальные ссоры, когда просто не могут люди успокоиться в течение долгого времени, дней, недель. Если включить этот минерал в работу, он точно так же поможет сгладить эту ссору, свести ее на нет, либо найти пути ее решения. Мы сейчас не говорим о каких-то мелких бытовых ссорах или конфликтах, мы говорим о крупных семейных ссорах. Еще лунный камень – это минерал творческих людей. Этот минерал поможет найти идеи там, где вы ранее их просто не видели. Найти и вытащить из каких-то закромов. Если вы находитесь в каком-то тупике с идеями, именно лунный камень поможет вам ее найти и вытащить ее. Вытащить и реализовать ее здесь. Многих интересует вопрос, чем же отличаются по свойствам два минерала лунные, и то лунный, чем они отличаются по своим свойствам. Могу сказать, что и у того,
есть общие характеристики, есть общие свойства, которые присущи в целом лунному камню, но есть действительно и разница. Если говорить про общее свойство, то это и тот хорошо помогает при психоэмоциональном состоянии человека. Если же говорить про разницу, то лунный камень с такой вот голубой, с голубой красивой абуляризацией, это все-таки еще такой помощник, который усиливает вашу интуицию и помогает увидеть то, чего вы раньше не видели. Это камень для экстрасенсов, это камень для эзотерики, с которым действительно приятно работать. Если же говорить про минералы не белого цвета, а вот такого вот коричневого, оранжевого, серого и черного, то это как раз минералы, которые больше подходят для литоработы, для работы с психоэмоциональным состоянием человека. Такой минерал можно положить у себя на рабочем столе. Он поможет вам легко контролировать свое психоэмоциональное состояние, свои вспышки, какие-то гнева и свое отношение ко всем. Напоследок хочу сказать, чтобы вы не обращали внимания на то, что пишут в интернете, кому можно, а кому нельзя использовать лунный камень. Если он вам приглянулся, если вы обратили на это внимание, если где-то внутри у вас отозвался ваш зов и ваш крик о том, что вам нужен этот минерал, попробуйте себя прочувствовать и понять, зачем. Если вы на него обратили внимание, значит, он вам для чего-то нужен. Возможно, проработать свои эмоции, проработать и забыть об этом. Возможно, достать какое-то состояние, которое у вас было уже давно, но которое вам мешает сейчас жить и нормально чувствовать себя в обществе. Еще что хочу сказать, если вы только начинаете с этим минералом взаимодействовать, не носите его с собой каждый день постоянно. Пускай это будет 2-3 часа ежедневно, либо хотя бы через 1-2 дня. Отслеживайте свое состояние, как он на вас действует. Отслеживайте ситуации, которые будут происходить, как меняется поведение с вами на работе и в обществе. Только по таким ситуациям и только по таким случаям можно понять, подходит он вам или нет. Не приобщайтесь к общим каким-то словам и фразам. Мы все разные, и на каждого человека любой минерал будет действовать так, как нужно сейчас этому человеку. На сегодня все. Всем большое спасибо за внимание. До новых встреч!